Привет! Ты на канале IQ 100500, и в этом видео я покажу коробку с секретом, или шкатулку с секретом. Коробка сделана немецкой компанией Siebenstein Spiele и имеет очень сложное немецкое название, которое мне трудно произнести, но в переводе на русский оно обозначает «коробка со знаком вопроса». Сделана головоломка из дерева, выглядит как прямоугольная какая-то коробка, нанесен знак вопроса, и что мы можем видеть, что верхняя крышка двигается, боковая крышка тоже немного двигается, задняя крышка тоже немного двигается. Все остальное сидит крепко и не производит никаких движений. Цель головоломки, как и любой другой шкатулки или коробки с секретом, открыть ее и посмотреть, что внутри. Внутри может, конечно, ничего не быть, но такие коробки можно использовать как подарочную коробку, если ты идешь на день рождения к другу и хочешь сделать оригинальный подарок. Эта коробка достаточно вместительная, туда можно какие-нибудь небольшие, что-то небольшое положить, либо какую-то денежку, и другу придется изрядно поломать голову, прежде чем он сможет добраться до своего подарка. Если тебе нравится эта коробка, я размещу ссылку в описании, где ее можно купить. А если ты хочешь увидеть решение этой головоломки, то я его сейчас покажу, но помни, один раз увидев решение, его невозможно будет забыть, и тем самым ты испортишь себе удовольствие от поиска решения самостоятельно. Решается головоломка примерно так же, как и другие головоломки, другие коробки с секретом. В ней есть магнитик, который держит весь механизм от открывания. Чтобы открыть, нужно взять коробку и хорошенечко долбануть ей об стол, об руку, об все что угодно. И тогда у нас верхняя крышка начинает сдвигаться. Потом сдвигаем боковую крышку и снова двигаем верхнюю крышку. Вот таким образом разбирается коробка. Здесь есть одна достаточно большая ниша, еще одна чуть поменьше. И держит всю эту конструкцию вот такой вот малюсенький магнитик, который, когда попадает на крышку, здесь вкручен маленький болтик, то не дает этой крышке открываться и препятствует тому, чтобы открыть коробку. Для того, чтобы собрать эту головоломку, кладем магнитик назад, берем верхнюю крышку, вставляем назад и немножечко дальше. И берем боковую крышку, тоже вставляем на исходную позицию. Потом задвигаем верхнюю крышку и достаточно просто перевернуть головоломку, и она снова закрыта и зафиксирована. Если не имеешь опыта решения головоломок, то я думаю, что придется достаточно долго помучиться, прежде чем сможешь открыть вот эту вот коробку. Думаю, что ну минимум полчаса, а то и час придется повозиться, пока случайно не со злостью не стукнешь ее об стол и не откроешь. Ну а если у тебя уже есть опыт решения головоломок и ты видел, как решаются подобные головоломки, то, конечно, это не составит труда открыть эту коробку. Если тебе понравилась эта головоломка и мое видео, ставь лайк, подписывайся на канал, будет еще очень много интересных видео с головоломками. И не забывай нажать на колокольчик, чтобы первым видеть мои новые видео.